Тхэквондисты республики запустили 2 спортивных онлайн-марафона. К столетнему юбилею чувашской автономии «Сделай 100» и в преддверии 60-летия Новочебоксарска «Челлендж «Сделай 60». Участниками марафона могут стать представители любого вида спорта, а также любители активного образа жизни всех возрастных групп. Для этого нужно записать видеоролик. Это могут быть 100 или 60 приседаний, подтягиваний, прыжков и любых других спортивных упражнений. Запись нужно выложить в соцсетях с хэштегом «Сделай 100» или «Сделай 60». По данным Минспорта Республики, результаты интерактивных состязаний подведут 20 июля и 20 августа. Победители получат ценные призы.